Итак, всем добрый день, это снова «Курящий из окна». Вот наконец-то Plants vs. Zombies, которого, наверное, все ждали там с какого, с 3 по января, сегодня 4 февраля, и вполне возможно, что сегодня у меня все-таки получится наконец-то их записать. Проблема просто в том, что за последние дня 3, наверное, я пытался записать серию по Plants vs. Zombies 4 раза, вот сейчас 4-й. И каждый раз у меня то не получается, то я начинаю кашлять. Ну, потому что я, как уже сказал, снова немножко заболел. То настроения не хватает, то вот так. И, кстати, каждый из этих раз я пытался записать выживание, ну, в смысле, бесконечное выживание, потому что из интересного там осталось только оно. Ну и второе прохождение. И сейчас я хочу немножко сломать свою традицию, потому что я, в принципе, понимаю, что если я буду писать бесконечное выживание, то это затянется минут на 40. Кстати, я тут забыл сделать одну важную вещь, поставить таймер. Сейчас в прямом эфире буду ставить таймер. Поехали. Да. И сейчас я хочу записать не это, а все-таки просто обычную вещь, что-нибудь из оставшихся достижений. Я себе ставил задачу до этого сделать бесконечное выживание и там добиться достижения мега-кукуруза. Но понимаю, что пока что у меня на это просто здоровья не хватает. Поэтому я постараюсь добиться достижения «Доброе утро». И буду я это делать в обычном втором прохождении. С принудительными растениями и с выбором... Ну хотя, кстати, непонятно. С выбором растений на выбор-то вряд ли получится. Если именно это пытаться. Ну посмотрим. Просто, по-моему, у меня там будет ночной уровень, а на ночном уровне добиться достижения, которое можно только на дневном, невозможно. Так что сейчас посмотрим. По крайней мере, я буду добиваться дневного уровня. Это, во-первых, чтобы можно было сделать достижение. Ну а во-вторых, просто пройти немножко приключения второго. Мне же надо, чтобы получить все достижения, там открыть зомби-йетти в конце второго прохождения и все остальное. Так что посмотрим. Давайте приключения, уровень 2-2. Да, я был абсолютно прав, это ночной уровень. Мне уже предложили две таких вот вещи, вернее, даже три таких вещи. Так, и чего? Сейчас я выберу то, без чего никак не обойтись, к сожалению, это будет у меня гриб. Ну и, наверное, еще это у меня будет спора гриб. Ага. А вообще на ночном уровне-то непонятно, сумею я по случайности выбирать все эти вещи или нет, потому что... Ладно, тогда возьму еще кофейное зерно. А, не, кофейное зерно же не нужно как раз. Так что все, выбираю наугад. Я закрыл глаза, кто не верит в это, тот сам виноват. Но сейчас будем пытаться. Просто у меня часто бывает, что я мышкой вожу не так, и в результате выбираю вообще непонятно где, но... Судя по звуку, я чего-то давно выбирал. Открываю глаза. Да, ребята. Это мне, конечно, повезло. Абсолютно непонятно, как я буду с таким набором пытаться что-то делать. Ну ладно, поехали. Авось справимся. Конечно, этот уровень было бы полезно взять хотя бы могила Йет, еще что-то, но... Не судьба так не судьба. Так, как всегда, сначала абсолютно тупые методы защиты. И, кстати, я даже не знаю, что вам рассказать, потому что обычно-то у меня серии по Plants vs. Zombies сводятся к тому, что когда нечего говорить, я ничего не говорю, вернее, говорю что-то не по игре, а от себя. А вот сейчас у меня говорить нечего. Так что будем тупить. В серии по Дипонии вчерашней я уже потупил. Вот сегодня буду тупить здесь. Еще, кстати, проблема в том, что я быстро говорить не могу. Как только начинаю говорить быстро, так сразу же у меня начинается легкий... Ну, першение в горле. Я долго пытался понять, кстати, что значит слово «першить». Хотя в Википедии не смотрел. Обычно за словами я лазю в Википедию. Я вот сейчас читаю... Он даже не знаю, как вам сказать, потому что, по сути-то, меня слушают, ну, зрители, скажем так, довольно юного возраста иногда, но я всегда ассоциирую свои разговоры на людей хотя бы такого подросткового возраста. И иногда бывают разные разногласия, потому что кому-то неинтересно слышать то, что я говорю, кому-то не положено даже слышать то, что я говорю, уже мой ник немножко навевает на то, что вам это не надо. Ну вот. Это я отвлекаюсь на то, чтобы глотнуть воды, иначе все. Иначе я буду вам долбить в уши. Вот, я сейчас читаю, вернее, слушаю в исполнении
Как же его зовут-то? Сергей, а может не Сергей, кстати, может Михаил? У него такая немножко нерусская фамилия. А, Сергей Чинишвили, по-моему, его зовут. Но я смотрел на его фотографию в Википедии, абсолютно такой славянской внешности вроде человек. Если кто не знает, то это основной голос канала СТС. И такой вообще человек, который работает именно голосом. Немножко актер, но в основном известен именно как человек озвучки. Вот. И в его исполнении я слушаю новую книгу Виктора Пелевина, которая называется «Снафф». S-N-U-F-F. Вот. И у меня дилемма стоит. Я бы не посоветовал ее читать людям, которым есть нету хотя бы там 14-16 лет. Но там иногда встречаются такие интересные слова, которые просто интересно повикипедить. Я, например, там узнал слово... Как она называется? Ой, демократия и... что противоположность демократии-то? Деспотизм, по-моему. Демократика, по-моему, или... Не демократика. Не помню, короче говоря, ладно. Ну, в общем, это слово я нашел в Википедии, оказалось, что оно, оказывается, даже реально есть. Хотя мне казалось, что такой строй вообще невозможен. Ладно. Это было такое отвлечение, ну вы же любите, когда я разный бред говорю. Вот сейчас я несу разный бред. Пока ничего не происходит, я пользуюсь только двумя видами вообще того, что я сажаю. Да, Пелевина, кстати, вот кто сейчас в школе учится? Ведь наверняка же у меня есть разные возрастные категории. Я где-то слышал, что Пелевина ввели в школьную программу. Какое-то его произведение, как минимум. Вот это так или не так? Кто-нибудь уже читал Пелевина там? Потому что я вот Пелевина читал. Да я не могу представить ни одного его произведения, которое можно допустить в школьную программу. Хотя, если сравнивать с теми же там Некрасовым, Толстым, то... Возможно, у него не такие уж и странные слова. Не такие уж и странные мысли. Хотя, конечно, «Снафф» я действительно не советую читать. Это просто немножко порвет вашу психику. Даже как я в детстве пытался почитать роман... Но все равно эта реклама этого спектакля висит на каждой афише, в которой Нагиев играет. Как я пытался Кысю почитать в детстве, и слава тебе, Господи, что потом пришел к тому, что ее надо читать только уже в более зрелом возрасте. Все. По-моему, доля отсебятины уже давно закончилась, и пора комментировать игру. Сегодня у нас такая культурная программа была. Я не понимаю, что мне делать, потому что... Да. Кстати, да, наверное, звездочками будет полезно, раз уж мне их дали, поставить их сюда. А то, я смотрю, меня начинают немножко мучить. А я все-таки пытаюсь вспомнить это слово на демократию. Так, надо ставить защиту, да, вот сюда вот, еще одну звездочку. Наверное, по этой линии у меня будут звезды. И это даже будет как бы отхождением от моих обычных идеалов, потому что всегда у меня на этой линии были какие-то горохометы, но вот сейчас у меня только один горохомет. Он даже простой, и им абсолютно неинтересно отбиваться ни от кого, поэтому я буду делать звездами. Прошу прощения, сейчас будет, наверное, 10 секунд паузы. В моем комментарии в игре не будет. Все, пауза закончилась. Так, ну и что у меня происходит тут пока что на переднем плане? На переднем плане на меня нападают, я отбиваюсь, все как обычно. Абсолютно ничего интересного, но я сейчас устрою им прямо звездопад. Пускай они пытаются что-то со мной делать, а я им не дамся. Кстати, я уже забываю эти бесплатные грибы сажать. Интересно, следующий уровень вообще будет ночной или следующий уровень все-таки будет дневной? Там я смогу сделать свою ачивку, которую я хотел. Не знаю, но по-любому два уровня мы пройдем. У меня же как в старых добрых сериях было всегда, что по две серии, вернее, по два уровня. Обычно это занимало как раз 20 минут, а на большее меня сегодня и не хватит. Ну, мой мозг вообще взрывается, но это как опять вот это пытаться вспомнить, как называется квадратная студенческая шапочка в Америке. Если что-то она никак не называется, кроме квадратная студенческая шапочка. Демо. Блин,
Я знаю два строя, которые противоположны демократии. Это тирания и деспотизм. Демоспотизм — это точно не то. Демония, тем более. Хотя, кстати, я помню, у кого-то были такие легкие экзерсисы, которые противоречат, так сказать, общей конве, что слово «демократия» происходит не от слова «демос», а от слова «другого». Но за это я не ручаюсь, это не моя точка зрения, как говорится, в таких случаях мнение редакции может не совпадать с ее точкой зрения, да. Так. Что бы тут такого интересного вот посадить? Меня уже достало, что я сажаю все одно и то же и одно и то же. Но, судя по всему, ничего мне не предвещает. Давайте я хотя бы, да, я, наверное, посажу магнитогриб и этим хотя бы немножко разнообразю свою картину мироздания на этом уровне. Только надо ее вместе с защитой сажать, а вот с защитой у меня это не очень хорошо выходит. Ну да, наверное, вот так вот, и еще один будет вот сюда вот. Текс. Да, все-таки второе прохождение делает свое дело. Ничего интересного не происходит, а просто отбиваюсь и все. Было бы интересно проходить, наверное, какое-нибудь пятое там прохождение, в котором все... Ну, все, что предлагают, предлагается нам в виде данности, ничего нельзя выбирать. Я просто так это себе представляю, я ни разу пятое прохождение не делал. Я могу просто подумать, что, скорее всего, так и будет. И вообще тут должна быть какая-то такая золотая-золотая победа, ну, точнее, платиновая. Что вот дальше просто невозможно усложнить игру. Ну, хотя там все равно всегда будут бесконечные выживания, так что, к сожалению, это не получится. Так, ну вот, у нас примерно 12-я минута или 13-я, первый раз пока что. Все-таки химикаты, которые содержатся в разных лекарствах, действуют. Это полезно. Так, у меня приближается последняя волна, чем я ее могу встретить, чтобы мне не было обидно за бесправно прожитые годы, да, за бесцельно прожитые годы. Кстати, вообще бесцельно прожитые годы, это из кого? Не знаю, не знаю. Вот то, что красота спасет мир, выражение, оно на самом деле, во-первых, звучит не так, а в оригинале оно было «мир спасет красота» или «мир спасает красота». И было оно в чем-то классическом произведении. Вряд ли Достоевского, хотя, может, и его. Опять-таки, не помню, я помню, что где когда был такой вопрос, и я там это узнал. Кстати, у меня наконец-то случилась радость, я слез с просмотров «Что, где, когда». Так я просмотрел буквально несколько лет, там, по-моему, 5 лет игр. Смотрел 3 недели, меня перло. Тут, наконец-то, перестало переть. И начал я смотреть немножко тупые сериалы. Ну, не тупые, естественно, замечательные сериалы. Вот я сейчас пересматриваю «Как я встретил вашу маму». Но она мне тоже надоела после 3 сезонов, поэтому я начал слушать «Пелевина», к которому и сводится основная сюжетная линия этого прохождения. А, это еще была даже не последняя волна. Ну давайте, давайте, сделайте мне больно. Как это называется правильно? Укусите меня за что-нибудь. Я бы даже вам проиграл, наверное, но... Эх! Нет, проиграть мне, кстати, тут физически чисто не получится, потому что у меня все газонокосилки сзади. Так что нет. Блин, 3000 солнца, ну, что с этим делать? Я бы, кстати, предпочел реально, чтобы игра становилась на втором прохождении сложнее по-другому. То есть там были бы не только эти принудительные растения, но и как-нибудь скорость зомби повыше, или еще что-то, или крепость их повыше. Это было бы очень просто реализовать, но вот, к сожалению, это немножко не так. Жуй быстрее! Доживал. Молодец! Да, к сожалению, следующий уровень у меня тоже получается ночной. В этот раз, кстати, довольно полезные предметы мне выдают. Но не могу сказать, что они меня особенно радуют. Ну чё, пытаться это пройти, или у меня уже все-таки пошел мой кашель? Лекарства перестают действовать и так далее. Не, пожалуй, все-таки я постараюсь, как всегда, я возьму
принудительно только то, что дает мне солнце, соответственно, солнце-гриб, а все остальное я буду делать наугад. Можно было бы здесь, кстати, выбирать именно случайным верчением там кнопок или еще чего-то, я бы это с удовольствием сделал, но вот приходится крутить мышкой по столу, я уже давно закрыл глаза и пытаемся. Так, судя по звуку, я что-то навыбирал, да? Нет, еще не до конца выбрал, но то, что я выбрал, мне уже... Ну, кстати, я должен сказать, мне это довольно нравится. Можно было бы сделать себе намного более сложную ситуацию. Так, ну и последнее, еще раз. О, попал. Ну и, кстати, повезло, я считаю. Правда, конечно, у меня нету ни одного ночного растения для ночного уровня, это очень плохо. Но тем интереснее для вас. Возможно, я даже начну все-таки ругаться в этой серии. А, не понял. Я же выбирал. Видно, я случайно пока вертел, случайно попал сюда и... Да, повтор, к сожалению. Случайно попал в верхний ряд и снял свой же выбор этого... гриба. Поэтому то, что я последним выбрал, я уберу и возьму как раз гриб вместо этого. А так дальше... Лайс рак, поехали. Ну вот, к сожалению, на это я вынужден согласиться. Я тоже сразу не понял, что... Я ж не смогу сделать эту пушку без кукурузы. Но получается, что да. Поиграем хотя бы так. Поехали. Очень непривычно то, что находится этот гриб здесь. Я привык, что он всегда в самом начале. Примерно. Но хотя бы так. Ау. Зомби. Вы тут? Судя по всему, зомби нету. Ну, кстати, этот уровень будет действительно сложнее, потому что у меня нету вот этих вот бесплатных грибов. И, скорее всего, даже мне придется проиграть первый заход, так сказать, зомби на эту линию, потому что я не успею буквально взять эту капуста-пульту. Возможно, я хотя успею взять кабачок, но тогда все равно будет сложновато накопить на это. Так... Нет, все-таки я возьму кабачок, да, эту линию я защищу кабачком. Защитю. Сейчас это наконец-то превращается уже в такое стратегическое задание, это меня радует. Надо делать все не от балды, а по уму. Надо хотя бы дождаться, чтобы грибы выросли, а то, как грибы маленькие, они вообще не позволяют мне делать ничего из того, что мне хочется. Не могу сказать, что мне хочется очень много делать с грибами разного. Так сказать, вариантов мало. Но кое-что я от них вполне хочу. Я хочу, чтобы они давали мне то, что я от них хочу. Это такой замкнутый круг, но он часто бывает в жизни. Так. Так. Чё ж мне делать-то? Та-та-та-та-та. Ну ладно, всё-таки сначала... Чёрт, всё-таки сначала вот так. Видимо, я всё-таки проиграю эту линию. Я неправильно сделал, что посадил сюда кабачок. Да. Дожить бы до конца этого выживания. Так. Не, ну все, я проигрываю эту линию, но зато коплю деньги. Или все-таки кабачок? Нет. Я коплю деньги и пытаюсь хоть как-то здесь прожить. Потому что сделал я себе задачку, и теперь она меня крайне напрягает. Да, вот сюда вот я наконец-то сделал хоть одну защиту. Так почему-то эта капуста очень медленно стреляет, и я боюсь, что я не успею ее, вернее, ей забить вот этого товарища. Придется еще один кабачок тратить. Это не в моих планах. Да, капусту уже жалко, придется все-таки ее того самого. Большой гриб жалко. Наверное, тогда сюда я посажу кабачок, а здесь я буду... Да, здесь я буду защищаться, как бог пошлет, что называется. Вот, у меня темп разговора уже снизился, потому что першить в горло все-таки начало, это плохо. Ну дайте кабачок, вашу мать! Прошу прощения. Да, ладно, здесь ешьте. Нет, не дамся. Это мне даже повезло, правда? Наверное, опять зря.
Кажется мне, что они вдвоем съедят мою защиту раньше, чем я посажу свою защиту сюда еще куда-нибудь. Так, ладно. Мне главное хоть как-то защищать линии. Не, пускай газонокосилка все-таки снесет их всех. Сюда я посажу кабачок. И надо получать больше солнца, а то без солнца как-то совсем не весело жить. И пока это реально борьба за выживание, прямо в прямом смысле слова. Мне это нравится. Ой, не могу даже сравнить с какой-нибудь игрой. Как бы это сказать? Давно я не помню, чтобы я... Ну, это сравнимо с какой-нибудь стратегией, типа... Не помню правильно, как жанр называется, но, по-моему, это все-таки стратегия. Так, ты добьешься этой капусты, или мне придется еще один кабачок сажать? Блин, все-таки кабачок... Да! Я уже бью себя по коленке со всей силы, потому что я надеялся, что он хотя бы успеет ее убить. Он ни того, ни другого не сделал. Так, ладно, сюда капусту. Ну ты-то хотя бы успеешь, или тебя тоже съедят? Так. На всякий случай копим на кабачок, правда... Успеет восстановиться, а? Ну я ж в тебя верю, ты успеешь восстановиться. Нет, 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 вот так вот. А вот тебя успеют, да, Ситуация потихоньку выправляется, я потерял всего две газонокосилки. Ну и пока это еще приблизительно нормально, хотя, конечно, очень плохо. Ну это такая двоякая ситуация, как все вполне нормально, но вообще плохо. Это как моя жизнь, наверное. Ну или моя жизнь там в ранней юности. Сейчас ситуация такая двоякая опять-таки, но ближе все-таки к чему-то хорошему. Хотя хрен его знает, а? Это довольно философский вопрос. Так, чувак с дверью, мне на тебя нужен магнит, и что самое удивительное, у меня даже есть магнит. Так, да, вот так вот. Так мне надо сразу защищать этот магнит, иначе он у меня останется ненадолго. Так, да, защиту на магнит. Заодно я эту линию еще защитю. А вот по этой линии меня сейчас будут нагибать. Нагибать, нагибать, а вот сильно меня будут нагибать или не очень, а? Я надеюсь, что не очень. Нет, все-таки я не допущу такого издевательства над собой. Буду делать вторую линию. Да, вот здесь вот идет этот в колпаке. Его одна капуста точно не убьет, а две убьет. Вовремя срабатывает мой магнит. Правда, я боюсь, что на последней волне это будет уже жестковато. И отбиваться от второй волны всего лишь двумя рядами капусты, это... Это задачка. Наверное, надо посадить второй магнит, чтобы если здесь кто-нибудь с дверью пойдет, то меня спасло от него. Но опять-таки, задача посадить второй слой капусты целиком, это тоже задача довольно первостепенная. Но пока все происходит. Снова кашлял. Наверное, все-таки я буду вырезать свой кашель, иначе... Иначе вы на меня обидитесь, прям как я на этого зомби сейчас. Да, решено. Тем более, что я точно помню, что начал кашлять только где-то в середине прохождения второго уровня. Значит, это будет легко найти и не обидно. Так, вот сюда вот я вот тебя посажу. Так, сюда я даже посажу защиту на всякий случай, иначе будет бобо. Так, осталось вот здесь вот и вот сюда вот тоже. Но сейчас его добьют, и я здесь сделаю все. А тем временем вторая волна приближается, и мне это, должен сказать, очень сильно неприятно. То, что у меня-то был расчет на то, что я уже посажу и вторую волну, и магнит, и все остальное, у меня пока что как-то все это не сильно выходит. Так, ну допустим, все-таки магнит я посажу вот сюда вот. Даже его защитю. Так, а вот здесь вот у меня... С ним он не справится, с ним надо будет что-то делать. Ну ладно. А, точно, у меня же здесь защита, так что все будет нормально. У меня вообще есть еще великий орех, высокий орех. Вообще это стен-орех назывался, или большой стен-орех в моем привычном переводе. А сейчас у меня какой-то непривычный перевод, но тем же... Тем же интереснее для меня, будем расширять свой словарный запас. Текст, ну и вот, сейчас будет волна. И на ней-то решится, кто из нас
тварь дрожащая, а кто право имеет. Кстати, тоже цитата откуда-то, не помню откуда. Про то, что вот не каждая птица долетит до середины Днепра, я помню, это Гоголь говорил. Потому что, ну, Гоголь, Днепр, все остальное. Много их, однако, пошло на меня. Но все будет хорошо. Наверное. Я верю в это. Так. Мне нужна еще одна защита вот сюда вот. И вообще, наверное, я тогда справлюсь. Но защита восстанавливается как-то очень долго, но я и так справлюсь. Все, я уже вижу, что их потихоньку добивает. Осталось трое в лодке, не считая капусты. Ну и все, я справился, я молодец. И мне даже деньги полезны, потому что я, видно, снова как-то в полубессознательном состоянии все-таки немножко порастил дерево мудрости за кадром. А может, садзен? Ну и все, я выхожу в основное меню. Даже не буду, наверное, растить дерево мудрости в этой серии, хотя... Была не была, давайте сходим к дереву мудрости, только я не помню, есть у меня к нему подкормка? Не, нету. Да, тогда я куплю две подкормки и еще немножко его выращу. Так. Сейчас надо поставить свой дикторский голос, так называется. Раз, два, три, четыре, пять. Не стучите по стеклу, делайте так. Жмите правой кнопкой на аквариумном саду или во время игры в зомбо-аквариум, чтобы оглушить... Товарищи переводчики, ну нельзя было все уместить сюда. Наверняка можно как-то сократить. Не зомбо-аквариум, а аквариум или еще что-то. Нифига не прочитал, надеюсь, вы прочитали. Ну и второй. Когда я был еще желудем, мой дед говорил: «Сынок, пазлы с вазами будут намного легче, если ты сначала разобьешь вазы с правой стороны». Да, я абсолютно прав. Когда я был желудем, я говорил сам себе то же самое. Ну и все, пока я не начал абсолютно сходить с ума, я птица-говорун, да. Отличаюсь умом и сообразительностью. Кстати, помогает от кашля, если себя по груди покашлять, постучать. Все, я начал заговариваться. До свидания, смотрите, подписывайтесь на канал. К сожалению, мои растения против зомби получились такими. Я даже не знаю, когда будет следующая серия, потому что надо сейчас делать их не очень часто, иначе они совсем закончатся. А пока что все, до свидания, пока. Простите за бред. И не читайте Пелевина, если вам мало лет.